Здравствуйте, дорогие, спасибо за ваше внимание. Вот сегодня я сяду, как первый раз мы сели. Первый раз был на кончике, чтобы просто пощупали еще стопы. А сейчас глубоко возьмите себе стульчик. Ибо я с вами говорю с такими женщинами, которые, у которых, может быть, нет ни копеечки, чтобы подойти к уроку кому-нибудь. А к себе у каждого на кухне или где-либо есть стульчик. Сядьте, пожалуйста, возьмите эти кисти, оперитесь на эти кончики стула и вдохните, как мы первый раз делали, от лобка до пупка, высоко, как можно глубже. Прямо продырявив стул, как будто вот здесь какой-то магнит вас тянет пупок как можно выше. Ощутите стопу, это вы знаете. Коронка колен на месте, она не сгибается, и ляжка приподнимается костью как можно глубже в этот стульчик. Вот, вы вдохнули, а теперь я только выдохну, сокращая вот эти ребра. Видите, вот эти я приподниму. Я опираюсь на стул, и мне так хорошо сидится, я даже могу свои руки освободить. Я теперь дугой постараюсь освободить этот таз и вдохнуть опять-таки далеко-далеко, а плечи идут как будто бы крылья вперед, а пупок назад, высоко, все поднимается высоко, я чувствую, что сустав бедра легкий. Я теперь постараюсь этой опорой выдохнуть вперед до тех пор, пока вот моя поясница не освободит мои сакральные позвонки и до этого поезда, до почек. Вдохну опять в стул, и сейчас мы встанем. Освободите ваши крылья, мы о них поговорим попозже, и головку опустите к коронкам колен. Оперитесь, сократите ваши стопы поближе, оперитесь об этот стульчик и почувствуйте, как, выпрямляя руки на вертикально, вы можете приподнять ляжки от этой кости кверху, когда пупок поднимается вот к этим почкам. Вот приподнимите, оставьте головку в покое. Теперь руки на коронке колен. И ведите не колени, а вот этот лобок, чтобы он поднялся как можно выше. Вот. Не коронки колен вы выпрямляете, а лобок высоко. Теперь ведите руками по ляжками, открывайте ваши пальчики. И пальцы силы и славы идите к бедру, к этой проме бедра. Вдохнули отсюда, от лобка до пупка. А теперь выдыхайте только глазами, далеко управляя, до горизонтной линии, там, где земля сходится с небесами. Выдохнули, сократите ребра. Это вы проделаете 3 раза перед тем, как вы пойдете на работу, хорошо? А теперь мы освободимся от стульчика и подойдем обратно. Мы устали, мы пришли с работы, мы не знаем, как отойти. Давайте мы ляжем, хорошо? Мы ляжем, потому что у каждого есть кроватка. Можно, во-первых, свои опять, но ляжем поумнее, не просто кое-как. Параллельно, коронки колен прямо в небо, а мы лежим на кровати. Головку нарочно я взяла подушку, потому что не ставьте вашу головку прямо на пол, чтобы она валилась, и все будет дыра. Оставьте, поставьте ее на подушечку, хорошо? Вы поставили на подушку, вытяните ваши руки. Это очень просто и очень приятно. Упругость во полной стопе. Коронки колен параллельно сидят. Видать, ведет. Лобок, чтобы он не поднимался, он опускается. А вы вот выдохните и будете одной рукой держать этот лобок, а другими перестаньте, будете сокращать ребра, чтобы здесь не было бы проймы. Спокойно. С первого дня не выйдет. Но главное, плечи не опускайте на землю. Не пускайте, это плохо. А дайте им ходу, дайте, это называется крылья, мы с ними потом поработаем. А здесь ваше бедро как будто бы яма. Вы знаете, что это называется таз? Опирайтесь и освобождайте это плечо и приподнимите вот эту клетку, чтобы она вошла в пол. Также с другой стороны. Прочувствуйте, что вы можете пойти двумя руками. Держите бедра. Вам советую, не отпускайте лобок кверху. Держитесь, не идите далеко, только одной, придерживайтесь фасада этого, видите, не валитесь, только так, идите спокойненько, все стопы держат, правда, параллельность, вы вдохнули в пол, а теперь выдыхайте этим местом, идите на место, коронки колен на месте, и вы чувствуете, существует тут длина чуть выше, или я еще оседаю. Несколько раз вы это проделаете, параллельно соблюдая, видите, что стопы не меняются. Тихонечко. Что у вас тут поболит, это очень хорошо. Это то, что вы ищете. Это нужно, чтобы бедра начали жить как бы по-иному.
И вот вы выдыхаете эту часть. Спокойно перед тем, как мы встанем, вытяните, приподнимите на пяточку, не криво, не косо, не кое-как, а очень аккуратненько, чтобы палец был вдоль коронки колен. Вытягивайтесь ногу, опирайтесь об кровать или об пол, освободитесь. Когда вы держите как клещами вот ваши ребра, освободите ваши плечи, чтобы они пошли к локтю, но не к полу, но не на кровать, потому что вы остались. Нет, держите эту область, держите как следует. Чуть-чуть, если вы посмотрите на карте, это очень легко держать. Только нужно внимательно выйти, быстро не работать. Вдохнули, вот, и выдыхайте другой ногой. Чувствуете, что здесь свобода, что вы не валитесь. Если вам трудно выдохнуть все цело, лучше остановиться здесь, чем выдыхать до конца и терять всю ту прибыль, добычу, которую мы получили. Выдыхать так. Хуже нельзя. Да, оставьтесь. Выдыхайте только на эту полосу, как будто бы ремень вас притягивает к голове. Хорошо? Сократились. Мы постараемся встать. Приподнимитесь на пятки. Откройте руки вдоль ляжек. Видите? Аккуратненько, чтобы локоть не вытягивал. Вот так. Приподнимите головку. Идите руками, качайтесь, просто тяните пальчики, чтобы освободить эти трапезы. Мы уже, только эта полоса очень много работает, головой это немножко трудно, а вы тяните, чтобы покачаться, чтобы до тех пор, пока вы не сможете поставить стопы на пол. Хорошо, качайтесь, опирайтесь о пол, вытягивайтесь, приподнимайтесь. И держитесь, если вам трудно, за коронки колен. Почувствуете, что живот несколько тянет, а вы освобождаетесь тем, что полоса поясницы уже как бы свободная. Теперь приподнимайтесь, согните локти на ляжки. Тихонько приподнимайтесь опять, чтобы лобок был бы на месте. Вы приподнимаетесь прямо. И выдыхаете, локти как будто бы улетают в сторону, далеко, на горизонтную линию, и присоединитесь к полу. Как можно дальше вытяните руки и поставьте их открытыми, идите, как будто бы рука ведет этот перелом. Видите, этот перелом идет, вдыхаю, выдыхаю, а теперь я выдохну наверх этой частью. И голову поставлю на коленки. Я обыкновенно мало обращаю внимание на то, какой вес висит в пол, идет в пол. Я видела это также в Америке, так же, как везде. Тогда как я вас учу и приглашаю вас, во-первых, не так сокращать ваши коронки колен, чтобы болел этот сустав. Это хуже нельзя. Сустав незаменимый, правда? Нужно его беречь. А вся вот эта полоса красная, которая соединяется через апоневрозы, все это вот школа соединения, от точки вы должны все чувствовать, от стопы тут должно быть свободно, тут должно быть притянуто, это как бы приглашение на восход куда-то, а здесь вы отходите этими триадными мышцами, которые называются ваши ягодицы, вот вы не висите на них, а вы отходите от них. Вот вдохнули, эти локти всегда далеко от талии, от поясницы. И почувствуйте, что вы можете отпустить одно коленко свободное. Каждый раз, когда оно качается, вы приподнимаете эту часть. Приподнимаете. И выдохните. Видите, это сократилось, правда? Видно было. Вот, вдохнули другую, покачайтесь, не трудиться не надо куда-то, вот я покажу, что я умею, я пока еще ничего не умею, я стараюсь понять, что я сижу на оси, эта ось меня, я знаю, что это является моя середина, глазами я смотрю вперед, чтобы от этого не отмыкаться, от моей дороги, и хочу освободиться от этих костылей, когда я сейчас встану. Вот как же освободиться? Я всегда вдыхаю от лобка до пупка, и выдыхаю еще выше, все это мясо поднимается. А теперь ребра, это вы уже, мне кажется, мы делали уже один раз, нет? Эту пройму подайте до тех пор, пока руки вам не подадут полностью длину
всю длину, головку освободите, чтобы она пошла к одному плечу, к одному, к другому. Вдохнули и выдохните наверх. Видите, дугой наверх. Освобождать наверх. Поставьте одну ручку, одну ножку на место поставьте и освободите все. Спасибо вам.